4 марта в Казанском федеральном университете прошла третья международная научно-практическая конференция «Религии и наука. Трансформация религиозности в модернизирующемся обществе». Встреча представителей образовательной системы началась со вступительной речи Михаила Щелкунова, который тезисно рассказал о важности и целесообразности проведения данной конференции. Ну, тема конференции, как уже сказал Артем Павлович, исключительно актуальна. «Религии и наука. Двоеточие. Трансформация религиозности в модернизирующемся обществе». Или религии, проблемы сохранения культурного наследия в цифровом обществе. Год 22-й республики объявлен годом цифровизации. И вот эти, так сказать, две позиции и задают всю противоречивость, всю парадоксальность. Концепция мероприятия обуславливалась представлением своих работ молодыми религиоведами. Актуальность данного вопроса и вовлеченность в него слушателей только подчеркивает количество занятых мест в зале. Спикеры рассматривали многие трепещущие душу вопросы. В частности, подробно говорили о религии и проблемах сохранения культурного наследия в цифровом обществе. Цена цифровизации зачастую как раз связана с утерей вот многообразного, мозаичного исторического, культурного прошлого тех народов, тех этносов, которые вступают в процесс цифровизации. Вот как найти тот баланс, чтобы сохранить традиционное, наработанное тысячелетиями культурное, историческое начало в жизни общества с его движением по пути цифровизации, технологизации? Религия и наука долгое время считались двумя полярными сторонами одной медали. Однако человечество смогло доказать, что это не взаимоисключающие термины, а совместимые друг в друге понятия. Карина Саяхова, Фарид Захитоглы, Универньюз.